Всем доброго денечка, всем отличного настроения. Мама приготовила такие вкусные оладушки. В общем, спорим с ней. Сидит какая-то тетя, говорит, доллар будет опускаться, евро будет опускаться, все будет ништяк. Вот, не, все будет, конечно, ништяк, но... Только, мам, не нажимай только на звук, не это. Я не чтобы нажимаю. Я авторское право не поймать. А мы здесь спорим. Дайте посмотреть. Ладно? Вот ни молока, налей, пить молоко. С чего они приготовлены? Они такие, они не пышные. Потому что там нету ни соды, и они не дрожжевые. Обыкновенное на молоке. Сейчас молочка нам попробуем. Не плить молоко, да. И туда только добавить. Ох, как я терпеть не люблю вот этих. Салатик, Игорь, там это. Котлетки оставь, что это. Ты перемешай только. Вот этих... экстрасенсов меня аж... это не экстрасенсы, и меня выворачивает, я лучше промолчу. Вот и промолчу. Сидит тетя. Про себя. Какая-то. Про тебя не слушай. Языком вякает, неизвестно что. Не слушай. В носу ковыряться даже не умеет. А все туда же. Не надо это. Я не люблю вот эту мозгопромывальню. Ну и что? Не нравится, не слушай. Перемешай этот салат. Ага. Ага. Вилка он ест. Сидит экономику. А что нам еще остается делать? Нет, сидит экономику. Игорь, перемешай, я говорю. Я все понял. Сидит экономику какую-то. Она про экономику, они вообще не говорят про экономику. Ну как я? Ты перемешай его, говорю. Ты его перемешай. Так можно шить? Ну ешь так. Наживаются придурки. Там, кстати, сметана есть. Хочется сметана? Не, не хочу. Я лучше вот молочка налью. Вот с молочком. А, папя. Надо прямо литра по три покупать, потому что нам не хватает молока. Где его хранить? Кого? В холодильнике. Ну, еще один месяц сидит. Ой. Молчу. Молчи. Кушай ладушку. Куда я отрастил такие, как у Вольфа Мессинга? Игорь, ну при чем отрастил? Если мне уволок такой. Вот как ты свои эти волосенки отращиваешь, так и он. Ну я... кудряшки. Не предсказатель. Кудряшки они у него... И кудряшками. Сидят утверждают. Тут и без них все понятно. Что тебе понятно? Мне все понятно. Тебе все понятно. Ну, какой ты у нас понятливый, а у меня вот непонятно. Интересно, если ему спичку к волосам так... Шучу. А кстати, у нас чё? Передают, что в Хакасии где-то еще новый штамм коронавируса. Ну не называй ты в роликах, это запрещенное слово. А, ну все. Конечно. Мы же его позапретили везде. Запретили. У нас все хорошо. У нас все запрещают. У нас все слова все запрещают. И ведущие мне эти не нравятся, они какие-то. Ведущими не рождаются. Нормально они ведут парни. Сейчас смотрим. Россия-1. Игорь, это... ну я не слышу, ты уже это. Все? Подожди, я хочу, да. Я хочу послушать. Опять эту. Игорь, я хочу послушать. Так уж и быть. Ладно, все, поел, пойду работать. У меня здесь злая аллергия на экстрасексов, вот этих экстрасенсов. Они меня раздражают, взять их и всех ну, вот в Антарктику увезти. Не смотри. На людском горе свои вылазят, ой, наживаются. Хватит, Игорь, угомони. На свои эти. Угомони. Трепать языком. Ненавижу их.
на людском горе делают себе имя и бабки. Ладно, включай. Ну, я пока занимаюсь печкой. Сейчас выкладываю, подпиливаю, отмечаю под колосники. Вот он колосник у нас. Шамотный кирпич. Отпилил его наподобие полуклина. Здесь отпилил. Ну, заодно фломастер пригодится. Как у нас что пойдет, как он ляжет. Лягет вот сюда. Сейчас я по расстоянию смотрю, чтобы он ровно лег. Тык. Куда будет зола все уходить. Все такое прочее. Сработал только сегодня один мешок. Собираю. Печерку также буду держать расстояние. Картонки, я думаю, не надо. Буду на глаз вести, чтобы не соприкасались красным кирпичом. Шамотный кирпич. Шамотный, кстати, почти без пыли пилится. Искры из-за камушка летят. Пока у нас все так стоит, занимаюсь по чуть-чуть печуркой. Пока я до фотоаппарата несу, ветер дует у нас. Погода вот такая. Пока без раствора, подрезаю, подгоняю. Весь шамот стоит без раствора, так пока на кирпичах. Подгоняю, загоняю, здесь тоже подпиливаю. То есть у нас вот эта штука. Кто придумал из производителей делать вот такие неровные ребристые на осыпание полубоком? Не буду я так ложить. Я положу ровной поверхностью вот этой. По уму. Как они собрались под таким углом, я вот тоже не понимаю. У меня выбора не было, когда я покупал. Выбирал. Как они, блин, под таким углом собрались что-то делать. Сейчас заодно попробуем. Знаете, такая легкая детская игрушка. Я когда в подвале собирал... Вот эти производят детские игрушки. Колосник был бэушный, 54 килограмма с зырками, советский. А вот этот я, блин, не знаю, легкий, но самый мощный. Литком. Больше не было выбора. И написано вверх уголь. Так, пока не на растворе стоит, сейчас посмотрим. А это детская игрушка. Ну, конечно. В Советском Союзе умели делать 54 килограмма бэушную. Не забываем, что без раствора. Ну что, идеально. И покладки пойдет идеально. И никуда не денется. Еще подгоню. И будет вообще отлично. Косяк небольшой сделал для меня. Смотрите. Сюда кирпич не проложил. Надо было связать. Придется потом связываться. Но это уже совсем другая история. Потому что жар пойдет отсюда. И бить будет в эту толстую стену. Самый максимальный жар. И по бокам там еще. Ну это дальше собирать будем. Занимаюсь, в общем, подпиливаю. А он не так быстро, это когда с готового лепи и лепи, например, печники лепят. А тут приходится импровизировать, подгонять.
Хочешь, давай. Ешь, давай, закапываешь. Мама такую вкуснятину приготовила, а ты закапываешь. Ешь, давай. Ты чего у меня? И лепешки не ешь? Закапывает, смотрите. Прячет. Туда закапывает. Нет, села. А с дочью водички тебе налил. Водички немного. Опять ничего не ела. Толком. Так, ну что, так пойду собирать дальше пазл. Пособираю сколько возможно кусочки. Да, ты пришел, нарисовался. Ой, мусик, мусик. Мусик шкура трет. Как же заколебала меня, если честным словом, эта трава. Косишь, 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 косишь. А она все растет и растет. Растет и растет. Растет и растет. Растет. Туда-сюда прыгаешь. Закат, да, у нас какой? Красота, небо красивое. Собирай пазл, собирай. Я тут уже напилился, насобирал. Если завтра погода нормальная будет, то буду ложить. Идеально. Еще с растворчиком. Все будет идеально. Пока это все выложить. Потом еще маленький переход с пасеками. Да, совсем небольшой. Ну, уже действительно свечерело. Так и выпилил. Здесь, здесь. По высоте, по уровню. Здесь. Здесь, здесь это мы еще выровняем. Сюда сдвинем, и все будет прекрасно, будет прекрасно. Красота, как этого картина Васнецова, или как его, Репина, картина Репина, Васнецова. Красота. Вот такая красота. Я сходить, дочурки нашей. Включу водички. А тоже жарко, нифига не ест. Хорошки надо собирать. Часы не взял с собой. Потому что пилишь, вот это все можно часы убить. Я часы люблю носить, я как-то к ним привык. Сейчас последнее время со стройкой без часов. С этой стройкой. Более сами видите, когда пилишь. Камушки, кстати, знаете, как хорошо поэтому прилетает. По лицу. Сейчас ливанем полную. Камушки вот по лицу прилетают, так. Поэтому техника безопасности. Иди по делам. Иди по делам. По своим делам. Пойдем заодно. Чего?
А я сейчас все буду забирать. Я сейчас все же заберу. Я сейчас все заберу. Так, супер огород, который я эти дни не поливаю. Супер-пупер огород. Чего? Игорь! Игорь! Нет меня. Я уехал на юга. Я уехал на юга. Меня нет и все дела. Логично. Ё-моё, зацепился за картошку. Я цепился за картошку. Где здесь наш супер-мега кабачок? А, растет, пусть растет. Он уже большой, большенький такой. Прибавил я свет поярче. Его не видно. Ну, растет слонопотамчик. Но он еще раза в два больше должен стать. Это маленький. Помню, я топором рубил. Ну, там младенец. Гуська оттирается. Да, Гуся? Гусяндр. Раз ты, Гуся. Вам ладушку дали, Гуська. Мама ладушку вам покрошила. Да? Ешьте давайте. Чё маме на оладьи не едите? Кеша бежит. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Встреча. Все, побежал за ним. Побежали. Ты чё ходишь? Иди оладушку ешь мамину. Вы обнаглели. О, на оладушке мамины. Зажрались вы, господа. Хорошие, вы просто зажрались. Пойдем, пошли, доча. Просто все позаелись нафиг. Ну, а я чё? Просто все позаелись. Ну, хвостика машешь. Ой, чего мы? Позаелись. Но вода была, мы не пили. Правильно. Мусик, а ты что ходишь? Иди мышей неси, покажи. Ходишь хвостом своим. Дергаешь. Ой. Ну-ка, брысь, шкуру не трешь, штатив. Что за мода такая? Шкуру, а штатив тереть. Все отключено. Так, фуражки. Сюда. Все сюда и сюда. Да, кошачий. Что-то не хочется сегодня идти умываться. Вроде мало что поделал. Кошачий. А, кошачий. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Кошачий. Ну что, на этом, пожалуй, и все. Ветер дует, микрофончик забивает. Там не стоит кошка на микрофоне. А что, пожалуй, все, я очки еще не снял. Всем вкусняшек, отличного настроения. Деревенская жизнь. Сами видите, чем занимаюсь. Маюсь. Конечно, шамотного кирпича не хватит. Думаю, либо потом довезти вместе с таким... простой доставкой скидать, либо таким потом метовать, а фурнитурить вот эту, погляжу, в общем, внутри в этой, о,
Мусик кушает мамину лепешку. Всем пока-пока, всем вкусняшек-вкусняшек. Вот такой вечер, точнее уже ближе к ночи в деревне. Всем пока-пока.